Ранним утром в памятный день начала Великой Отечественной войны на Аллее Славы появилась мемориальная надпись из свечей «Помните». Маленькие яркие огоньки рядом с большим вечным огнем стали символом того, что каждый герой далеких сражений не забыт. Мы видим, какое количество людей, причем от ветеранов, которые, ну, будем говорить, помнят те дни, да, дети войны, до самого-самого молодого поколения, люди без какого-то приказа сегодня здесь стоят со свечами, с цветами. И это самое ценное – память. Представители администрации, депутатского корпуса, молодежных объединений, ветераны и жители города почтили память 33 тысяч погибших земляков минутой молчания и возложили цветы. Для каждого человека на просторах нашей необъятной Родины этот день самый трагический день, наверное, в нашей новейшей истории. День, когда мы вспоминаем всех тех, кого мы потеряли в годы Великой Отечественной войны. 82 года прошло с той даты, но в душе многих представителей старшего поколения она до сих пор отзывается не только болью, но и гордостью за своих предков, что подарили мирное небо над головой. Мы не только выстояли, мы показали пример всему человечеству, что русский народ, наша героическая история – это непобедимый мир, который был, есть и будет всегда. 22 июня – памятная дата в истории каждой семьи большой многонациональной страны. Миллионы свечей зажгли сегодня потомки героев Великой Отечественной войны. Никто не забыт и ничто не забыто. Галина Житкова, Наталья Чепурная, Сергей Ларин, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.